Если ты вдруг не понял, я вставил свой болт тебе в глотку, и ты сказал за это спасибо. А расскажите, какие у вас отношения складываются с актером, играющего Рика? Эндрю Линкольн. Да, он на экране постоянно какой-то ужасно серьезный. Да, это его подавленное настроение, моя работа. Я вам больше скажу. Он и на съемках ходит точно такой же, потому что это помогает в работе. Между дублями я даже как-то раз увидел его в углу, матерящегося по самой неболуй. А потом я ему говорю: «Чё ты мучаешься? Давай, делай это перед моим лицом, чтобы легче было на съемках». А вообще могу сказать, что Энди Линкольн – это парень, являющийся своеобразным топливом для подпитки Нигана. Ниган не работает без... Rick and I don't work as Negan unless без Рика не было бы такого засранца Нигана. Мы все видели развитие характера Рика на протяжении 6 лет. И в головах у многих он сложился как охеренный альфа-самец. Он крут, и он главный в этом шоу. И главная причина того, почему образ Нигана работает, это моральный слом Рика. Я думаю, что работа Энди Линкольна именно в этом году особенно сложна для самого Энди Линкольна. Представьте, он 6 лет создавал этот образ. Много актеров сказали бы: «Да ну его к черту, я не могу так работать, я не буду показывать свое падение, я не хочу, чтобы этот парень ломал меня или бил». А теперь ему это нужно все восстанавливать заново. Certainly as an actor, I think what he's shown, but also as a guy that's willing to tear down a character that he spent 6 years building. Это своего рода игра с собственным эго. Потому что ты думаешь, что ты звезда мегапопулярного шоу на ТВ, которое длится 7-й год. А потом вдруг приходит новый парень в это шоу и говорит: «Чувак, подвинься». Да, это абсолютно так. Я вам больше скажу, у нас на съемках бывают очень брутальные дни. Я имею в виду те моменты, которые вы не видите. За кадром я постоянно подначиваю Энди. Я пытаюсь проникнуть ему под кожу. Я имею в виду, например, когда мы заканчиваем сцену, я первый парень, который может обнять, поцеловать и сказать: «Я тебя люблю». Но на съемках я Ниган, и я получаю удовольствие от страданий и боли других людей. По крайней мере, я так себе это пытаюсь внушить.